Буэнос-диэс, мисс Киридус Амигус. Ядерный рассвет взорвет ваши экраны. Это значит, что мы продолжаем шариться по пустошам. В конкретном случае, в поисках хер пойми чего. А именно, блокпостов НКР, чтобы ебануть квестец. Так, мне надо туда, куда-то. Тут еще и пофанивает. И я еще здесь, походу, не один. А? Ах вы, бляди. Нямка. Тут еще и фонит. Сука. Нихуя ты фонящий. Это как вообще? Это что, мне с последнего сейва продолжать? Да ну нахуй. Сохранялся я еще хуй пойми где. А, не. Автосейв же до перехода сработал. Кончики. А, вас тут трое уже. О, яйко. Так, грязная вода мне как бы в хуй не впилась. Мне это в хуй не тарахтело. Так. Звук какой-то тревожный, потому что похоже на то, что я все еще не один. Усюка. Кажется, съебался. Или нет, там была метка. Прям по курсу какой-то пес шелыгается. А, вон он, пес бежит. Хуя? Геккона кто-то завалил? А, сейчас еще и меня завалит. Сюда подошел. Так, надо пару стимов всадить. Чё? Проституция? Сука. Блядь. Так, погоди.
А что со звуком? О. Да еб... Чё у него за зажигалка такая веселая? Эх, я чувствую, тут натрахались, блин. Так, посмотрим, что у меня тут. Ёптыть. Бля, это шелупенье тут кровью попьет. Ах ты падаль. Там кто-то еще постреливает, я смотрю. Да ёб твою. Ну, наконец-то я тебя срубил. Так, а шлем Центуриона мне нахуя? Чё это за термокопье такое? А ну чё? Trooper, ready to fight. А, я думаю, чё за стрельба? Туда нам надо. Пиздец. Это была славная охота.
Ну, сейчас испытаем. А чё, так можно было? Так, мы туда вообще шагаем, нам туда. Блядь, чё меня так вхлёстывает? Слабость. Куда нам надо? Там какие-то твары нам бродят. Надо за мной все еще пиздуешь, ладно. Харыч. Тык. Блин, за этого самотыка не видно половину из того, куда я вообще иду. Ну так хотя бы видать. Ой, тут фонит. Бля, тут фон. Гули? Чё? We won't go. Gotta wonder what the hell is. What again? Yeah. Quietly. The Legion can count on that. I don't remember getting informed about. The Legion's got. You know, McCarran would send. Skirmishes mostly. The Legion's been sending raiding. Ладно, хуй с вами. Даже пиздить ничего не буду. Так, что у нас там дальше по программе? Главное, чтобы меня там сейчас не изнасиловали. Именно это они, видимо, и собирались. Смотри, чё... Ой! Бля... Блядь, я НКР-овца грохнул. Куда побег? А, там этот НКРовец еще пристрелит, смотри. Ты глянь, что за кошки-мышки, нахуй. Стреляй, ёб твою. Ладно, иди в очко. Блять, да что ж мы как обезьяны-то воюем?
Хех, молодца. Красавчик. Trooper, ready to fight. Так, нам строго на север. Ой. Так, кошеглазки у меня остались. И самое время заюзать. ПНВ уровня Б, блядь. Да, магнума у меня еще не было. Вещь. Классная вещь. Сасная вещь. Щещ. Опачки. А что с тобой не так? Копье, бля, реальная вещь. McCarran doesn't like it. Simple enough to change. I doubt the Legion's listening in on. Radio signal out here can be... When it happens enough times, they send someone over. I'm a no... I shouldn't have. See you. Так. С Чарли закончили, теперь что? Так, остались два самых злоебучих поста. Это Браво и Фокстрот. Так, а этому все равно получается, придется пиздовать сквозь Вегас. Так что выполнить это задание, не попав в Вегас, я не могу, по факту.
Хуй пойми, мистика. Так, ну давайте в слон. На всякий случай квиксейв ебанем. Здесь очень любят бродить бабы Клавы. Даже странно. Тихо в лесу. Давайте делать ставки. Как быстро меня схавает баба Клава? О, легка на помине, ёптую. Бля, его даже этот... Ему даже драмокопьё не наваливает. Так, давай тогда смотреть, как можно обойти эту фишку. С этой стороны зайти, что ли? Сказать, мы хоть туда пиздуем-то? Ну, вроде правильно. Главное, что меня опять легион сейчас не наехал. Ну и Клава не встретилась. Так, чисто по приколу. Прыг. Открытая местность, ховаться негде, очень опасно. Но вот этот звук мне сейчас не понравился. Прыг. Бля, стрёмная музыка. С той стороны однозначно клавы пасутся. Здесь по железке, может, пройдем. Думай, Саныч, думай. Ага. Тыкаю в 5 ебану. Мы, конечно, я так думаю, на правильном пути, но все равно хуй бы его знал.
Там вообще какой-то смерч гуляет. Просто нужно получить точку закрепления в городе. Хотел сказать, это шо за хуй? Потом понял, что вроде как это даже и не хуй, а очень даже растение. Так, тут тихо. Возможно, даже слишком. Бля, это стрёмно. А, там толсторогие бегают вроде. Зажигательная вечеринка, бараны. Сука. Нахуй сюда полез, а? Блок мы аккуратненько обойдем сейчас. Там, правда, толсторожья лужа. О, толсторыги опять. Как думаешь, удастся обойти? Экспо. Все ради экспы. F5 ебануть однозначно. Фу, там целое стадо экспы ходит. Да и загружаться далеко не придется в случае чего. Хуяк. Еще один остался. Вот же ж ебаный ты рот, а. Днем.
Так, бафаут сожрали, значит, можем идти дальше. Еще один. На эстакаду забраться хуй вариантов. Без окон, без дверцов, полно срака огурцов, блядь. Опа, НКР. We won't go quietly. The Legion can count on that. Через забор ногу задери, Щенский. Something else I can help? Sure do. Came something the politicians back in Shady's. Bad soil and rationed water. Pretty hard to meet their crop quotas with 20% less water than we're supposed to be getting. They're part of the deal. A lot of folks come to New Vegas and lose everything, and much as I sympathize, everything I... Сука. А что, если мы сейчас попробуем забраться вон на ту железку и заползти к хуям в город? Как думаешь, прокнет? Задачка это будет, наверное, та еще. Судя по тому, что я наблюдаю. Ну, хуй бы знал. Так, на всякий противопожарный. Достанем гипертык. Эге. Так, лестница повреждена, я здесь не залезу. Такая же хуйня.
Велком, ёбаный в рот. Contreras is holding out on me. I know he's got more to sell. Nice job out there. Ебучие хуи. Кто такие? Черт. Черти. Грена. Ой, бафа откончился. Точно, я же теперь плазмоган могу достать. Эх. Ну нахуй, стрёмное местечко. Висит эта херь, конечно, я-то урод наизнанку. Я-то урод наизнанку уворачивал и об жопу вытирал просто. Твою-то мать. Что за хуйня? F5. Ништяк.
Да сколько же вас тут, бляди? Сука! Собаки. Так, отхиливаемся. Там что-то очень веселое происходит. Может, пострелять все-таки? Ой, трупик дергается. У черсей можно. Ебать вы бомжи, а? Так, что у нас там по квестам? Так, секунду. Что это было? А, я на сильно случайно нажал. Так, ну что ж, поищем потом. Сейчас, наверное, возьмем паузу, и так уже хронометраж пошел по пизде. Спасибо всем, кто присутствовал с вас, как всегда. Лукас, пиписька, и до свидания. Адьос, братва.